территориальной избирательной комиссии Одинцова зарегистрированным кандидатом в депутаты Московской областной и Государственной дум вручили удостоверение. Вопрос о регистрации каждого кандидата члена комиссии рассмотрели отдельно. Для этого в ТИК были предоставлены пакеты необходимых документов в соответствии с требованиями избирательного законодательства. При этом большинство кандидатов выдвинуты политическими партиями, поддержанными избирателями, поэтому сбор подписей им не понадобился. В целом на сегодняшний день по Одинцовскому округу номер 122 выдвинуто 12 кандидатов в депутаты Государственной Думы. На текущий момент после сегодняшнего заседания 8 из них зарегистрированы. Еще двое вопросов регистрации будут рассмотрены на следующей неделе в понедельник. И еще два кандидата в настоящее время осуществляют сбор подписей избирателей. Соответственно, после того, как они их представят, комиссия в течение 10 дней проверит документы и будет рассматривать вопросы регистрации. На сегодня выдвижение кандидатов в депутаты Госдумы завершено, а в областной парламент завершится 1 августа. Сдать документы на регистрацию эти кандидаты смогут до 4 августа. Комиссия рассмотрит их в течение 10 дней, а следующее заседание проведет 2 августа, чтобы принять решение по вопросу о регистрации еще нескольких кандидатов в депутаты Государственной и областной дум. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».